Часть третья. Это Фанатек Клаб Спорт. Если вдруг кто не в курсе, то в этой коробке находится самая лучшая вообще база, которая существует на сегодняшний день. Фанатек Клаб Спорт, по моему мнению, это самый крутой, самый стильный, самый надежный, самый сексуальный руль вообще среди всех. Но, конечно же, не Direct Drive. Прогресс на месте не стоит, поэтому подиум, безусловно, гораздо эффективнее. Также это устройство... А может, его нахер этот Payback, а? Блять, ну рулись ты, ну ёб рот! Ну почему она как топорная хуйня? Ну вот, блять, до упора она права, блять, она не едет просто, сука! Сука, вот отвечаю, должен попасть, тормози! Да ты шутишь, что ли, блядь? Сука! Сука, блядь! Да я еб***, блин, ёбаная одна тысяча! На я, блядь! Ну почему? 50 сантиметров не хватило. Сука. 5 ебаных сантиметров. 5 ебаных сантиметров. Уважаемые гонщики, леди и джентльмены, рекомендую. Инспектор Сони, ну что сказать, сказочный персонаж, шемен, равных которому попросту нет. Выхвати подачку, о, хорош, прилетел за паршивчик. Это ж просто беспредел какой-то. В жопу засунь себе эти шипы. Значит, я тебя догоню, сука, и сам их затолкаю. Ногой, по самое главное. Что мне дали за катафалку с какими-то бракованными шипами, которые то скидываются по полчаса, то них вообще не скидываются. Алло, диспетчер, блядь, я вас приеду и всех вы***ю там в участке. Колымагу дали какую-то х***ю. Алло, Жора, блядь, давай останавливай свое метро, стал уже вот этой х***ой заниматься. Пошел нахер. Ты арестован, сука. Здравствуй, хрен мордастый, а тебе, шипы. Вот так вот, сука. Так, вот этого сейчас можно хорошенечко так... До свидули. Счастливого полета! У нас тут дохера целехонький, если вдруг петушок, надо бы ему шипов под нос. Она тебе в ответ еще мою. Схлопочи, сука! Ты арестован! Гори в аду, мразь! А что, пацаны, мы тут играем, все нормально. Здравствуйте. Да, конечно. Ты езжу 6 километров. Занимайтесь там, чем в 6 утра клинику занимаем. А здесь 6 утра можно? Нельзя. Ну, блядь, сейчас поток. А слышно где-то, ну? Да не, не слышно, мы просто слышали. Вообще случайно. Вообще было прикольно. Они просто все такие счастливые приезжаешь. Ну да, да. Все, тогда мы уезжаем, если прям совсем так плохо. Не, ну это прикольно. Ну это прикольно, да. Но когда мы не на работе. Я понял, хорошо. Спасибо, спасибо большое. Надо было, чтобы он с этой стороны подошел. Я специально играю, сижу, катаюсь в Форзу. Yeah. Okay.
Okay, so the two, put your hands up on the, so this is... Я просто счастлив. Никогда не думал, что доведется посидеть в болиде Формулы 1. А прокатиться бы. Очень круто, ребят. Очень круто. В какой-то момент у меня появилось такое огромное количество всяких плюшек, гаджетов и вообще приспособлений для канала, что в моей старой мини-студии в той комнатенке тупо негде было развернуться. Поэтому было принято решение построить новую студию, которая будет соответствовать всем моим требованиям, для того, чтобы я имел возможность развиваться, создавать новый контент с комфортом, а главное интересом, как для себя, так и для зрителя. И я считаю, что у меня получилось достойно. Теперь я обладатель одной из самых крутых гоночных студий, которую вы можете найти на YouTube. Драйв Клаб. Да ты охуела, блядь! Газом ее сконтролировал. Спокойно, блядь! Как ты меня достала, просто заебала. Давай, сучара. Ты хоть чуть-чуть адекватная, блядь! Или на такое? Там теперь на серебришко пока что. Отсосишка, а не серебришко. Сука, дерганым уебаном можно стать с этой... Спокойно. Как ты меня достала, ведро с гайками. Все, пизда, она меня просто заебала. Мразь. Та-та-ра-та-та. Та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та, нахуй! Сейчас бы со штурвалом дрифтить. Это ж вообще полный зашквар. Хреня, ты такое видел? Хоть раз. Да пиздец. Ты заебала меня, ебаная французская санина. Нихуя не получается проехать. Да, кто-нибудь заберите это говно. Но... Твою мать! Какая-то противная машина, сука! Ублюдок на колесах, а не царь зверей. Топит. Чё, прошел? Нет? Ебаный шашлык! А, как ты... Две, сука, тысячные! Омерзительное ветрище. Ебать, лев, блядь. На редере, дрифти, на редере. С одной передачи. Да, блядь. Не надо разворачиваться. На колесах. Говно дерганое. Ту, сука, вашу рить. Шестую. На поребрик. На фул газ. А, блядь, сука! Бля! Все, сзади. Пошли в сраку все. Бля, да хватит это делать! Я сейчас уебу этот монитор, я вам отвечаю. Хватит это делать, бля, хватит! Хоть на секунду! Остановитесь! Ублюдок! Мотаем, блядь, на полчаса назад. Фух, впереди 10-й круг. Все, она меня убивает, блядь, эта машина. Ну ты ебанько. Ее вот если понесло, то все, пи***а. Ну что ж, ребят, всем привет!
Приобрел я таки автомобиль. То есть мы с вами около года собирали на стримах на автомобиль мечты. Правда, вышло очень забавно. Изначально это был сбор на Honda S2000. Потом, когда я реально начал понимать, что мы таки, судя по всему, соберем на тачку, хочу ли я S2K? Скорее нет, потому что за свои деньги это не самый интересный был вариант. Решил собирать на Cadillac ATS Coupe, но в итоге судьба распорядилась совершенно иначе, и у меня совершенно неожиданно, лично для меня и для многих, Peugeot RCZ. Тачка мечты от подписчиков. Очень, конечно, своеобразно получилось. Сперва с подачи подписчиков мы начали собирать на Хонду S2K. Потом, когда я увидел цены по Украине, что за них просят продавцы этой самой S2K, я немножечко подофигел и понял, что ну ее нахер эту Хонду. Начал смотреть альтернативные варианты и понял то, что, например, Cadillac ATS Coupe мне нравится гораздо больше той самой Хонды. Потому что на одни и те же деньги это совершенно другого уровня автомобиль. Продолжили сбор на эту тачку, но в итоге случилось лето, на руках были уже какие-то деньги, а именно 13 000 долларов. И я понимал, что если я сейчас не куплю что-нибудь для души, как говорится, то Cadillac случится аж через год. Поэтому было принято решение рассматривать варианты, и мои же подписчики сами мне подкинули идею о покупке Peugeot RCZ. О чем, опять же, я очень даже не жалею. Сейчас я этой тачкой активно занимаюсь. Вот прямо сейчас, записывая это аудио, я только что приехал из магазина, покупал разные плюшки для нее, так что ждите, скоро будет новенький контент. Тачка пышка. Ну а Cadillac, я надеюсь, что случится или в следующем году, или там через. Ну а следующим автомобилем после пыжика я надеюсь, что станет как раз таки тот Cadillac ATS. Надеюсь, V-купе. В максимальной комплектации. Блять, опять рестарт? Это просто пиздец, пацаны. Вот это гонки. Рейс драйвер горит. Это название, которое разлетелось на весь YouTube. Его используют абсолютно все мои и не только подписчики. Культовая игра и культовый контент от Сончика. Если по какой-то причине вы недавно подписались на мой канал и не смотрели плейлист по Рейс драйвер горит, то срочно исправляйте это недоразумение. Куда? Зеркало расхерачил я, ой-ой-ой. Тряхнуло, ой-ой-ой. Ёбушки-воробушки, что творится-то, а? Я тормозил! Это просто сумасшествие, нахрен! А еще лучше плейчик. Ай! Чем ближе, блядь, моя жопа к возгоранию, сука. Эй, друг, а я тебя не догнал. Пиздюк. Пацаны, вы или я сегодня охуенен, или вы расслабились. В чем вопрос вообще? Мне надо топ-3. Один круг. Ну так примерно. На. Блядь! Останется царапина, но мы ее убили. Да какая нахуй царапина, блядь, у меня рулежка повреждена, сука. Слушай, давай, блядь, работай, хватит пиздуна гонять уже, надоел. Оп, блядь, да, блядь, теперь пойди удержи, сука, на разъебанной машине этих экстремальных уебанов. Эй, идёшь прямо со мной. Эй, я смотрю, ты в глазки долбишься, я тебя уже обогнал полчаса как, конченый. Круто, я тебя догнал. Блядь, вообще молодец, пацан. Норрис, вот сука. Меня занесло. Что же делать? Я последний. Ты обосрался, друг мой. Впрочем, ничего нового. Ебала жаба анаконда. Ну вот на этой гонке игра реально заставляет чем поработать газом, и трава эта жопа. На нее только вылезешь. Разворот неминуемый. До свидания. Так, мне надо напарника обогнать теперь. Отлично. Ну неплохо, но блин, впереди еще гонка 30 лица будет. О-хо-хо-хо! Ёб вашу мать, ты это, бляха, видел? Да, братан. О-о-о, ебать, блядь!
сумасшедший обгон. По внешней, под апекс есть, минус один, удержать, удержать. Сука! Выкусите все! Никого ж нет, блин! Да! Ты это видел вообще? Мы ехали вот так перед финишем! Пи***ц, пацаны! Просто пи***ц! Ты вообще понимаешь? Ты понимаешь вообще, насколько победа была взята? Блять, у нас даже время одинаковое, пацаны! Просто 3:29:23 у двух пилотов. Здорово, дамы и господа! Как вы думаете, где я сейчас нахожусь? В Смоленске, на Смоленском кольце. Будем участвовать в гонке. Это наша машинка на стартовой решеточке. Мой первый опыт в реальном автоспорте. Благодаря компании Wargaming и, конечно же, моему другу и товарищу Фотон64Рус. Супер крутой опыт, который во многом мне помог также и в симуляторах. Одно дело гоняться с помощью руля в каких-то играх, и совершенно другое дело почувствовать настоящий боевой корч на совершенно потрясающем треке «Смоленское кольцо». Это было невероятно. Более того, у нас была супер крутая команда. В моей команде был известный российский журналист Игорь Асанов, а также известная автоспортсменка Татьяна Елисеева. Вместе мы очень круто отбомбили на ивенте, и в день тренировок мне даже удалось поставить лучшее время на треке. Но, к сожалению, перед квалификацией самой гонки на нашей тачке, когда я был за ее рулем, сломалась коробка. Автомобиль нам пришлось заменить, он был настроен под профика, и на нем не поехал никто из нас. Поэтому мы получили второе место, но это второе место и не идет ни в какое сравнение с тем кайфом, который мы получили, гоняя на шоткате в Смоленске. Я думаю, что это был один из самых лучших дней в моей жизни. Здравствуйте, господин. Ну, здравствуйте, уважаемый. Сколько лет, сколько зим. Здорово. Наш картавый. Иди сюда. Как дела? Нормально, у тебя. Вот он, этот картавый. Мам, сколько лет, сколько зим. Главный хейтер канала. Сломал машину. Издавайся. Хоть бы причесался бы, что ли, блин. Да ладно, посмотри, какой форме он. Мосгортранс, все как надо. Во, ну, наконец-то. Мне потом на работу. Наконец-то серьезный стал молодой человек, да? Да. Это не означает, что не поставите дизлайки под каждым видео. После ивента в Смоленске я отправился в Москву, где наконец-то впервые встретился с Димкой Ванпоинтом и Кузикой. Классная эмоциональная встреча, когда ты много лет общаешься и дружишь с людьми, и наконец-то довелось с ними увидеться вживую. Вообще, следовало бы сказать, наверное, то, что Димка Ванпоинт тоже оставил немалый отпечаток на развитии моего канала, ведь именно он когда-то мне помог набрать хоть какую-то аудиторию с помощью создания наших совместных коллабораций. Я помню, как у меня было 1500 подписчиков, а у Димки Ванпоинта на тот момент было целых 33к сабов. И этот парень без всяких вопросов просто согласился по фану со мной поснимать какой-то контент. Димону мега респект. И да, кстати, я искренне не понимаю, почему на Диму так мало подписываются. Зацените его канал, ведь он пилит уникальные и очень крутые видео по гоночкам. Одно я вам хочу сказать точно, ребят, вот я 5 лет занимаюсь каналом, и я безумно этому рад, потому что в моем случае это когда хобби переродилось в работу, и работа это не какая-то рутина, каждый день я приезжаю на своей тачке, в данный момент Peugeot RCZ в свою охрененную студию сажусь, включаю охрененный комп, вижу все это охрененно, послушаю классную музыку, заряжаюсь какими-то эмоциями и иду пилить там что-нибудь, Need for Speed, либо какой-то обзор просто от души. Я благодарен каждому своему зрителю за вашу поддержку, за то, что вы есть со мной все эти годы, месяцы, дни, неважно, за то, что вы просто есть со мной. Я понимаю то, что сейчас канал шкварится во многом в рекламу, но в принципе на сам контент это негативно не влияет. Это меня чуть больше мотивирует делать мою работу еще лучше, плюс дает больше возможностей. Я тот человек, который никогда не жалел для своего канала ни времени, ни средств, ни здоровья, повторюсь. И где-то какая-то зашкварненькая реклама может мне позволить сделать какой-то классный контент, либо что-нибудь полезное для себя или своей семьи. Также я благодарен вам за критику, особенно за адекватную. В общем, несмотря на то, что сейчас у нас там GTA, ШМТА и так далее на канале присутствуют, гоночки, естественно, никуда и никогда отсюда никуда не денутся. Сейчас он выйдет Project Cars 3, потом, надеюсь, когда-нибудь мы увидим Forza Motorsport 8, Gran Turismo 7 и так далее, и так далее. Естественно, всем этим играм я буду уделять максимум своего внимания.
Плюс я молчу о разных проектах по Need for Speed'ам. У нас есть, кстати, очень классные идеи, чё подснять по старым Need for Speed'ам с разными модами. Так что то ли еще будет. А сейчас я наконец-то работаю не один, как весь прошедший год. Теперь у меня есть опять маленькая команда. Так что мы еще, ребяточки, бомбанем не на шутку. В общем, ребят, спасибо вам огромное за все. Просто от души. Ваш Соней.